Физико-математический факультет. Факультет является ровесником университета и создан в 1967 году. Сегодня действуют 4 кафедры. Кафедра математики и статистики, кафедра программирования и вычислительной математики, кафедра общей и теоретической физики и кафедра прикладной физики и нанотехнологий. ФМФ осуществляет подготовку бакалавров очной формы обучения по направлениям: педагогическое образование, прикладная математика и физика и электроника и наноэлектроника, а также по заочной форме обучения по направлениям: педагогическое образование и электроника и наноэлектроника. В рамках непрерывного образования выпускники бакалавриата могут продолжить обучение в магистратуре как по очной форме обучения по направлениям, педагогическое образование и профессиональное обучение, так и по заочной форме направления педагогическое образование. Под руководством педагогического состава физико-математического факультета, учитывая современные тенденции организации образовательного процесса и необходимости совершенствования IT-компетенций педагогов, разработана, основана на проектных технологиях, первая в Республике Башкортостан магистерская программа подготовки педагогических кадров, реализуемая в онлайн-формате, направление «Педагогическое образование» и «Технологии и менеджмент электронного обучения». Важным звеном в системе непрерывного образования на базе факультета является аспирантура, где реализуется подготовка кадров высшей квалификации. Раньше физико-математический факультет представлялся в моих мыслях в виде нудных лекций, строгих преподавателей и высшей математики. Когда я сюда поступил, меня же, конечно, все это ожидало. Но радует то, что математический подход, приобретенный мною в ходе обучения, помогает теперь мне и в жизни. На физмате есть много интересных предметов, которые позволяют раскрыть свой внутренний потенциал, реализовать себя как в научной, так и в творческой деятельности. Главное – это стремление к саморазвитию и любовь к математике. Образовательный процесс студентов проходит совместно с ведущими научными институтами города Уфа. В течение всего периода обучения студенты педагогических направлений проходят практику в ведущих школах города и Республики Башкортостан. Успешно функционируют научные школы факультета, спектральная теория дифференциальных операторов, электронные процессы в органических металлах без стабильной электронной структуры. На факультете работают лаборатории, наноэлектроника перспективных материалов, операторные методы механики и научно-образовательный центр астрофизики имени Зельдовича. Руководителем центра является почетный профессор БГПУ имени Тахидина Акмулы Камал Канти Нанди. С каждым годом укрепляются и развиваются международные связи университета. Ежегодно на ФМФ поступают студенты из стран СНГ и ближнего зарубежья. Сейчас на факультете высшее образование получают иностранные студенты из Ирана, Туркменистана и Казахстана. Внеучебная работа на факультете организована в нескольких направлениях – научная, спортивная, общественная и культурно-творческая. Студенты-активисты могут претендовать на получение повышенных государственных, академических и социальных стипендий. Среди выпускников физико-математического факультета много выдающихся личностей, имена которых известны не только в республике, но и за ее пределами. Они занимают руководящие должности крупных организаций и предприятий.